Шеф-повар Максим Григорьев. Сёмга с клюквой в слоеном тесте. Перед Новым годом всегда хочется каких-то новых блюд. Вот такой пирог нашла недавно в интернете. Пирог с рыбой и клюквой. Мне показалось это очень вкусно. Мы обычно делаем пироги просто с рыбой. А здесь в начинку идет клюква с маслом. Блюдо получается очень калорийное и сытное. Одной порцией можно наесться. К блюду подойдет хорошо белое игристое. Угощайтесь. За рецепт спасибо Заряне. Время приготовления – 40 минут. Ингредиенты. Желтки куриные – 1 штука. Клюква свежая – 70 грамм. Масло сливочное – 30 грамм. Мускатный орех молотый – 1 чайная ложка. Сёмга филе – 700 грамм. Соль – 1 чайная ложка. Тесто слоеное бездрожжевое 500 г. Шаг 1. Итак, нам понадобится рыба, слоеное тесто, масло, клюква. Рыбу лучше взять целым куском. У меня была уже порезанная. Шаг 2. Смешаем клюкву и мягкое масло. Я слегка пробила блендером. Посолим хорошо и добавим мускатный орех. Шаг 3. Развернем лист слоеного теста. У меня 2 рулона. И выкладываем на него нашу рыбу. Шаг 4. Намазываем масляной массой. Шаг 5. Сверху кладем еще рыбу. Шаг 6. Накроем другим листом теста, обрежем лишнее. И края защипываем, проходим вилкой. Шаг 7. Смажем желтком. Вырежем из оставшегося теста звездочки. Ставим в духовку 150 на 30 минут. Затем увеличим до 180 и держим еще минут 10. Шаг 8. Вот такой получился пирог. Его можно употреблять сразу или можно завернуть в фольгу и хранить в холодильнике до 2 суток. Перед подачей разогреть в микроволновке. Приятного аппетита! Шеф-повар Максим Григорьев. Подписывайтесь на мой канал. Делитесь отзывами в комментариях.